Всем привет! Давно я вам не снимала видео с работы с моей. Вот сейчас приехал водитель. Мы едем на базу. И хочу сказать, что они еле пробились. Поехали на своей машине, застряли. Потом приехал трактор. Да, второй день уже метет у нас. Ну, это хорошо, конечно, что снег, но он мешает работе. С 8 часов до без 29 я пью. Понятно. Вообще видимость плохая. А мы едем за фруктами. Нам обязательно надо сейчас купить фрукты, а потом собирать все это по детским садам. Плюс картошка, все остальное. И будем развозить. Так что нам необходимость обязательно ехать туда. Итак, подъехали, наш ритуал. Покормить собачек. Да? Сейчас покормлю собак. И пойдем попьем чай, потом будем работать. Пойдемте, мои златые, пойдемте. Самое интересное, какой жестокий мир у животных. Вот у нас было здесь три собачки, был Шарик еще. И они Шарика выгнали. Просто выгнали. Это вот сын и отец. А он тот был, та собачка была, ну, как бы не из их породы. Выросли вроде вместе, и они его выжили. И та собачка ушла вот туда в поле. И там, я не знаю, куда она делась, но, в общем, они его прогрызли. И вынужден был покинуть. Жалко. Так, сейчас я вас покормлю. Стой! Подождите, ну, уйди! Подождите. Подождите. Ах, ну, мои сладкие. Ай, сейчас. Подожди. Всю меня уже облизали. Сволочи такие. Сейчас раскроем. И я вам доложу. Так. Стоп. Вот, вкусняется. Да кушайте. Ах, кушайте. Кушайте. Вот, мои золотые. И мяско там есть. Здесь соломку положили. Здесь уголок такой. И он прям здесь задувает. Вернее, тихо. И вот кушают. Пусть кушают. На вид вроде это. С прослоечками. Сейчас чай будем пить. А что Серега делает? Серега курит. Здоровье гробит. А где? Рахим, пошли сало есть. Вот, вот они где. Так, теперь я буду кормить кошек. Пошлите. Идемте. Встречают. Сейчас мы зашли в ангар. Здесь живет три кошки. Такие толстые, распушились все. Ой, дерутся. Сейчас я их покормлю. Так, где их? Вот их. Так. Ага, давайте. Опа. Здесь рыбка вареная, морская. Косточки от курочки. Ой. Косточки никак не вылезет одна. Вот они кушают, мои сладкие. Два мальчика и девочка. Мальчик и девочка, брат с сестрой, а вот черненький, это так вот. Это тоже приблудился. Вот такие у нас кошаки живут. Вот такой станок. Здесь перебирают лук. По этим вот желобкам бежит. Они крутятся. Электрически бегут. И перебирается картошка, лук. Здесь морковь хранится в огромном количестве. А здесь навалом капуста. Очень много.
Очень много капусты. Это вот там ангар, видите, светится. Вот до конца все это капуста. Затем они ее вот на этом столе чистят и складывают вот такие вот для развоза. Здесь все картошка. Так, а это мой домик. Это стоят весы. На эти весы, вот здесь сейчас я свет включу, на эти весы они складывают мешки, а затем все отправляем в машину. Я взвешиваю, записываю, потом накладные отбиваю. Итак, заходим в мою комнатушку. Обычная комнатушка такая. Я в офисе не захотела сидеть, как я уже говорила. Так, разворачиваемся. Вот она я. Здесь я закрываю компьютер от пыли простынкой. Такой у меня стульчик. Вот так я здесь сижу. Тепло, подушечку мне положили греть. Вот, смотрите, пока я ездила. Какие мальчишки молодцы. Так, сейчас я уберу простынку. Все-таки подвал есть подвал, как говорится. Все. Вот и все. Сейчас начнем работать. Включу весы. Включу компьютер сейчас. И начнем. Наливаю кофеек. Как? Начало работы обязательно должна пойти с кофейком. Хочу все в фикс прайс купить сюда. Клееночку. И все. То неохота, то еще что-нибудь. То, думаю, так сойдет. Ну, в общем, не знаю. Надо что-то, конечно, постелить сюда другое. А так, в целом, мне все нравится. Для подвала, для ангара, конечно, нормальное место. В офисе, я говорила уже, я сидеть не хочу. Там это надо здесь. Здесь надо погрузить все. Потом идти в офис. Там все отбить. И это проходит время. А здесь я сразу загружаю. Пока они там готовят, я уже выбиваю накладную. И получается ровно в два раза быстрее. Мне так нравится больше. Надо переодеть, конечно, куртку. Сейчас я протру везде пыль на столе, пока компьютер будет загружаться. Я протру везде пыль, и будет прекрасно. Работаю я не каждый день. Поэтому у меня хватает времени снимать обзоры. И на внуков время хватает, и на дом хватает. Так что все хорошо. Так. Все, компьютер загрузился. Машины подъезжают. Все, куртку я сменила на рабочую. Можно начинать работать. Ребята выгружают фрукты, сейчас выгрузят и начнем. Сейчас пойду перебирать яблоки. Яблоки портятся. Взяли большое количество, не надо было. Вот сейчас будем перебирать. Еще, наверное, на одну недельку, и все. Будут уже хорошие яблочки. Пойду перебирать. Вот яблочки. Сейчас переберем и будем отправлять. Так, картошку положили. Давайте теперь морковка 50.
Да, еще надо. Надо 50. Маленькую надо ложить. Угу. Пятьдесят девять, нормально. Пусть будет так. Так, теперь свекла 25. Вот таким образом мы грузимся. А там что в мешке? Мало, 12 еще надо. Так, отсыпаем. Здесь много. Машина. Все. Вот лук готов. Теперь осталась капуста. 100 килограмм капусты. Как я говорила, что я работаю у фермеров, которые выращивают картошку, морковку, капусту. Летом, значит, до осени выращивают. Потом осенью собирают. И зимой мы развозим по садам, магазинам. Вот капусточка подоспела. 100. Ну все, мы продолжаем работать. Не буду отвлекаться. Все, наступила тишина. Наступила тишина. Все ушли на обед. Кошаки возле меня все. Сейчас на одного наехала. Кошака орал. Отъехала на стуле. И наехала на лапку, наверное. Вот они сидят, смотрят. Пока я здесь, у меня обогреватель, они отогреваются. Сидят, отогреваются. Все, мальчишки пошли кушать, я сейчас тоже покушаю. И потом продолжим. Ребята, узбеки уехали. У нас еще когда они в ноябре уехали. Обед нам сейчас не готовят. Приносим с собой. Ждем, в апреле приедут. Опять будут кормить, опять вкусняшками. Я показывала, как они делают здесь плов на улице в Казани. Потом шурпу. И еще что-то. И картошку я не показывала, но они делают картошку такую запеченную. Ой, вкуснятина. Ладно, буду кушать. Вес? Картофель, да? 292. Последние садики остаются. И скоро уже домой. Вот и все. Машины стоят груженные. Все, собираемся домой. Что-то там собаки лают. Пойдем посмотрим. Снег немного чистить. Нас сегодня засыпало капитально. Я вот утром показывала. Сейчас вроде снега нет. Чего? Чего, мои сладкие? Айди, я вас накормила. Чего? Кто там? Кто там? Там вдалеке какие-то два мужика ходят, собирают, по-моему, коноплю. Такую дикую. Она торчит. Потому что там еще можно собирать, не знаю. Вот они и лают, собаки, туда. А вот этот склад. Здесь у нас хранится лук. Вот тут. Хоть и находимся мы в черте города, но все равно немного за городом, за рекой. Поэтому здесь как я не знаю, ну как на полях. Это поля и есть, только близко к городу. Что-то надрывается. Собака. О, какие у нас сугробики. Здесь все занесло. Ну все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.